Всем привет! Сегодня готовлю простой, сытный ужин. Баклажаны с фаршем. Готовится очень легко и быстро, без заморочек. А получается необыкновенно вкусно. Второй день готовим, семье очень нравится. Одну морковь натираем на крупной терке. Одну луковицу нарезаем мелким кубиком. Два баклажана нарезаем брусочками или полукружочками. 300 грамм мясного фарша солим, перчим по вкусу. Добавляем немного хмели-сунели и карри по желанию и все хорошо перемешиваем. В разогретую сковороду выкладываем лук и обжариваем его до полупрозрачности. Добавляем морковь, все перемешиваем и обжариваем до мягкости. Аккуратно сдвигаем в сторону. И выкладываем фарш. Обжариваем его несколько минут. И сдвигаем в сторону также. Теперь добавляем немного растительного масла и выкладываем баклажаны. Обжариваем их до золотистой корочки, иногда помешивая. Затем солим. Добавляем немного базилика и орегано для незабываемого вкуса и аромата. Снова все перемешиваем и доводим до готовности. Теперь добавляем 4-5 столовых ложек томатной пасты. Можно и заменить кетчупом. Тоже получится очень вкусно. Все перемешиваем, обжариваем несколько минут. Заливаем одним стаканом воды и тушим еще 5-7 минут. Готовое блюдо щедро посыпаем зеленью и подаем к столу. Такие баклажаны получаются очень сочными, ароматными и необыкновенно вкусными. Их можно подавать как отдельное блюдо или с гарниром, например, с гречкой или пюре. Также такие баклажаны очень вкусные и в охлажденном виде. Попробуйте приготовить это блюдо, и вы не пожалеете. Кому понравился рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео.